Это X-Factor. Прямой эфир из Алматы. Сегодня с этой сцены звучат мировые хиты. Итак, Александр, ваша категория младше 25 лет выступает первой. Кто из ваших воспитанников откроет концерт? Это самый юный участник моей категории. Это мой любимчик, и я хочу, чтобы он стал любимчиком и зрителей тоже. Кудряшка Руслан Кривенков! Я пришел на конкурс X-Factor, потому что это моя детская мечта – петь на сцене. Я очень его люблю и очень рад, что он вернулся. Мальчик симпатичный, хороший. Это большая гордость быть среди финалистов и быть одним из них. Руслан Кривенков! Broken hearted. Your silent head for the pain. And I'm gonna be just a bit in the crowd. You're gonna hear my voice and be shouting out loud. It's my У меня есть племянник младший, моего братишки, и он все время, когда мы садились в машину, все время включал эту музыку. Потом я говорю: заткнись, быстро убери эту музыку. У него жена говорит: мама, тетя Нагима не дает мне из My Life послушать. То есть я эту песню, можно сказать, заранее люблю. Хорошая была энергетика, чисто в артистическом плане просто шикабелла, но чуть-чуть не хватило вокала, понимаешь, у тебя. Спасибо. Ну вот мне кажется, в целом выступление было неплохое по сравнению с тем, что было, да, на тех этапах. Хорошо, но как же без дегтя, да? По-моему, наставник выбрал не ту тональность. Спасибо. По-моему, очень все хорошо было. Спасибо. Очень все хорошо. Ты справился со всеми моими пожеланиями. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Слушай, вот это да, ты распрощался с проектом, да, и вернулся, и открываешь сегодняшний концерт. Согласен с мнением наших судей? Однозначно, да. Я согласен. А зрителям понравилось? Если это так, то отправьте номер этого участника 1. Голосуйте по номеру 8 80 30 80 3501 или отправьте смс номером 1 на короткий номер 35 20. Спасибо, Руслан. Продолжаем. Итак, Нагима, кто из ваших продолжит концерт? Эта девочка меня просто поразила. Она не побоялась изменить свою жизнь и сейчас удивительно блистает на сцене. Это Маргарита Туманян. Меня зовут Маргарита Туманян. Я представляю город Сатпаев. Необыкновенный голос. Таких голосов один из миллионов. Хороший, крепкий тембр. От предстоящего концерта я жду тепло телезрителей. Хочется исполнить с достоинством, проникнуться в песню и чтобы передать это все зрителям. Маргарита Туманян! Start spreading the news. I'm living today. I want to be
наставника, что называется, на лицо, да? Все, что я сейчас увидела, это просто как волшебство какое-то, да, преображение. Собственно, мне не к чему придраться. Пока. Пока. Но я, пожалуй, придерусь только к тому, что вы сильная женщина, Маргарита. Ну, давайте уже и чувствуете себя сильной женщиной. Все остальное прекрасно. Давайте немножечко уверенности. Я думаю, что буквально за несколько недель такое преображение. Сатпаев поставляет нашему Казахстану замечательных исполнителей. Сначала был Капкарашка, а теперь Туманяшка. Я думаю, что прекрасно ты нас порадовала сегодня. Как вам самой ваше выступление? Я думаю, неплохо. Скромно так. Я уверен, что с вашим голосом вы покорите не только Казахстан, но и Нью-Йорк. А если зрители со мной согласны, то прямо сейчас вы можете проголосовать за Маргариту, позвонив по номеру 8 80 30 80 35 02 или отправив смс с номером 2 на короткий номер 35 20. Спасибо большое. До свидания. Маргарита Туманян. А сейчас на сцену выходят вокальные группы. Султана, представьте ваших воспитанников. Это дуэт, созданный на этом проекте. И я пока ими очень довольна. Это группа, простите, дуэт «Астана». Всем привет, мы группа «Астана». Меня зовут Владимир. Меня зовут Марина. Мы представляем город Астана. Вдвоем звучат, да, они меня этим и удивили. Это очень сложно. Не думаю, что они будут как дуэт существовать. Хотим зажечь сердца тех людей, которые будут наблюдать за нашим выступлением. Надеемся, что мы выложимся на все 100%. Дуэт «Астана». Любишь ты ее, а так и не полюбил за все это время. Так хотел я, чтобы ты ее полюбил, и между вами была вот эта искра любви. Рок только можно петь во влюбленном состоянии. Ребят, немножко попсово, на мой взгляд, но вы выглядите очень классно. Спасибо. Спасибо вам. А по-моему, наоборот, он как раз полюбил за все это время, потому что сейчас ты, глаза твои заблестели, заиграли. И тебе, кажется, надо петь в дуэте, хотя я там и сказала, что вы не будете существовать. Но я думаю, сегодня ты, Володя, просто превзошел сам себя. Маринка, ну ты, как всегда, молодец. Спасибо большое. Спасибо тебе, Нагима. Ребята, я вами очень горжусь. Я горжусь тем, что мы боролись за каждого из вас и соединились, сделали прекрасный дуэт. И еще я обещаю из вас слепить еще больше, еще лучший дуэт. Спасибо, Марина. Это «Астана» только что выступили на всю страну. Скажите, пожалуйста, вот Александр, давайте ответим. Все-таки полюбили вы друг друга за этот короткий срок? Конечно, полюбили. И мне тоже так кажется, а вам? Итак, лучшие голоса страны борются за голоса телезрителей. Ваш голос может стать решающим. Голосуйте за Володю и Марину, отправив смс номером 3 на номер 3520 или позвонив по телефону 8 80 30 80 3503. Спасибо, ребята! Спасибо.
Александр, кто из ваших учеников споет сейчас? Я хочу сейчас спросить зал, девушки есть в зале? Не слышно, не слышно. Потому что следующие полторы минуты для вас будет петь разрушитель женских сердец, их покоритель Абдул-Карим Каримов. Меня зовут Каримов Абдул-Карим. Я бывший футболист. Но он самый лучший певец среди футболистов и лучший футболист среди певцов. Каримов, вокал, божественный. Он меня смутил своим обаянием. Я выбрал песню о любви. Я спою от чистого сердца. Абдул-Карим Каримов. Are you coming to the moment when you know your heart can bring? I'm inside you, I'm around you, just wanna hear you cry again. I don't know why, but I love to see you cry. I don't know why, it just makes me feel alive. I don't know why, but I love to see you cry. I don't know why, that makes me feel alive. You don't know how much it hurts when you fall asleep in my arms. If it's night before morning comes, I won't run away. Рахмет. Шевченко, ты так, Шевченко, ты так представил его, что я просто пасую. Понимаешь, Каримчик, я, правда, не очень люблю и этого Энрике этого, но в твоем исполнении сегодня было замечательно. Как всегда. Кобрахмет. Хорошо, классно. Ну, ты знаешь, в общем-то, мы все вместе, да, тебе сказали «да». А сегодня я, честно говоря, ожидала услышать что-нибудь более интересное, чем было на предыдущих твоих выступлениях. Более, так скажем, диапазонистое, ну, что песня, ли, да, с хорошей силой звука и так далее. Все. Поэтому все. В этом смысле я думаю, что это недоработки твоего наставника. Понятно. Я думаю, что у тебя совершенно четкий образ и у тебя совершенно четкий стиль уже выработался в процессе проекта. И поэтому я не согласен насчет того, чтобы менять твой имидж, чтобы ты пел арии, карузы и так далее. Нет, пой песни для женщин. Да не надо. Это твоя задача. Что-нибудь другое. Доброго. И думаю, у тебя получилось, потому что в зале зрительницы падали штабелями. Почему спасибо. Выбрал эту песню? Мне очень нравится эта песня. Она мне как бы близка по душе, и я поэтому ее выбрал, потому что как бы девушкам она нравится, и поэтому она мне понравилась. И уверен, казахстанцам тоже понравилась песня, поэтому прямо сейчас отдайте свой голос этому участнику. Звоните по телефону 8 80 30 80 35 04 или отправьте смс номером 4 на 35 20. Спасибо, Карим. Продолжаем то шоу X-Factor. Султана, очередь ваших подопечных. Какая группа сейчас появится на этой сцене? Это трио, живые, энергичные, эмоциональные ребята. А судя по откликам на сайте, они очень нравятся многим нашим телезрителям. Это трио «Спасибо». Мы группа «Спасибо», мы из Павлодара. Это Ира, Катя и я, Миша. Чувствуется, что у них между ними такие нежные отношения. Совместимость – это вещь самая главная. Коллективе. Такие светлые, вот светлые, наверное. Мы так долго шли к этому, и это наконец произойдет. Трио «Спасибо»!
to roach. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's roach. Don't you come back no more. Say so, I have to pack with things and go. What do you say, babes? It's a road check, it's a road check. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's a road check, don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Oh-ho-ho-ho-ho. Ай, хорошо, хорошо. Мне только не хватило кубинской сигары у тебя в зубах. И такой небритости легкой, а так классно, что ж говорить. Спасибо. Молодцы. Я думаю, что после сегодняшнего дня вам нужно переименовать себя. Вы должны группа Трио Рахмет называться. Это будет гораздо лучше. А вообще, конечно, просто шикабелла, красивые. Ну, такие необыкновенные. И я вижу совершенно другое трио. Классно. Я очень сильно волнуюсь, потому что за них я больше всех волновалась. Я извиняюсь. Ну, ребята, молодцы, молодцы. Спасибо вам огромное. Вы знаете, Султан, я тоже за них волновался, это было так горячо. Это было отличное выступление, правда же? Если вы хотите видеть эту группу здесь через неделю, позвоните по номеру 8 80 30 80 3505 или отправьте смс номером 5 на 3520. Это группа «Спасибо». Рахмет вам. Проходите. Спела только треть участников. Остальные выступления вы увидите сразу же после рекламы. Не переключайтесь. В эфире Первого канала «Евразия». Самые громкие голоса страны.